Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня будет закупка продуктов из магазина «Лента». Мы после отпуска, буквально вчера прилетели, сегодня съездили уже в магазин. И я заранее извиняюсь за мой маникюр, точнее за его отсутствие. Ну как-то так, надо было быстренько закупить продукты, приготовить что-то покушать и так далее. В общем, все как обычно. Вот, чек будет, как всегда, в конце видео. Дети тут мои, очень счастливы, особенно то, что мама съездила в магазин. Вот, там вот. Вон у нас кто. Еще вещи до конца не разобрали, но съездили уже в магазин. Так, бытовая химия немножко. Купила стиральный порошок, надо сейчас все перестирывать. Кстати, лоск мне очень нравится. Он недорогой и при этом классный. В общем, купила порошком, купила жидкость для стирки вот такую. Она мне тоже очень понравилась. Да, Боночка, люблю тебя, люблю, моя хорошая. Вот, потом кондиционер вот такой был по акции Вернель. И вот этот лентовский, надо мне тут тоже много чего перестирать. В общем, я его беру для пледов, для вот постилок животных и так далее. Так, здесь у меня пеленки, там кот, туалетная бумага, салфетки вот такие обычные взяла. И вот такой, кстати, журнал «Лента» мне выдали, прикольно, обязательно его полистаю, что-нибудь интересное. Ну и вот сама закупка. Давайте начнем отсюда. Купила я себе. Хочу чай облепиховый. В общем, купила просто облепиху. На развес не было. Поэтому взяла вот такую. И, смотрите, нашла вот такую смесь для чая с облепихой и имбирем. Я прямо сейчас хочу убрать в морозилку, поэтому вам показываю. В общем, значит, тут оно уже размораживается. Облепиха, имбирь состав. А здесь просто облепиха. В общем, сейчас убираю морозилку. Так, облепиху убрала, сходила. Значит, яйца куриные С0,3 десятка взяла. Ну, чтобы больше мне никуда не заходить, поэтому купила все вот так сразу. Ездили мы все вместе, так что да. Так, свино-окорок по 289 рублей. На котлетке я его сделаю на фарш. Дальше здесь филе грудки индейки по 316, но он, по-моему, подешевле был. Я уже, честно говоря, не помню. Тоже взяла. Также взяла леофан, рыбу, форель радужную, вот такую по 549 рублей. Одну штучку взяла. Сейчас запеку ее в духовке быстренько. Дальше треска. Я ее тоже обычно запекаю в духовке с обжаренным лучком. Получается очень вкусно. Дальше, ну, здесь такие полуфабрикаты. Сардельки взяла. Вот такой сливочный плавленый сыр мои тоже очень любят. Я и супчик, если что, делаю. Вот такую ветчину, что-то, мне кажется, раньше я ее не видела. Вот, как-то она мне приглянулась. Там она продается такая же большая. Я взяла маленький кусочек. Колбаса вареная. Мои хотят салатик оливье. Вот, соскучились, поэтому сделаю салат оливье. И сыр вот такой голландский по 418 рублей, но он, по-моему, подешевле был. Не помню уже. И вот такой «Радость вкуса» российский классический. Вот такой вот. И соусы тут всякие тоже набрала. Тайский вот такой чили-соус. Потом баварский медово-горчичный соус. Сырный соус, кетчуп томатный и майонез сметанный. Как раз на оливьешечку сделаю. И здесь у меня соки. Где-то еще был тархун. Уже утащили у меня. Масло сливочное «Вкуснотеево». Оно было на акции, поэтому я его взяла. Вот такой «Даниссимо» новый. Я раньше его не видела. Такой какой-то с карамелью. Две штучки попробовать. Ну и «Даниссимо» вот такие. По две штучки тоже взяла. Дети у меня любят. Дальше здесь хлеба булочная. Вот такой, кстати, очень вкусный вот этот вот хлеб, ароматный, с итальянскими травами на густой опаре. Он очень вкусный. Если у себя где-то увидите, обязательно возьмите. Ремесленный хлеб называется. Хлеб «Геркулес» и ржаной лентовский. Также макароны вот такие вот, гнездышки. Я их делаю тоже в духовке вкусно. Обычные спагетти, гречневая крупа. Националь тоже марка Мистраль. Националь мне очень нравится. Есть кукуруза и горошек. И вот такие, вот такую томатную пасту. Видела ящик астраханских помидоров. Вот настоящая томатная паста. Взяла две баночки. Так, здесь еще у меня чай. Я, во-первых, еще купила крокоды. Тоже что-то мне... Ну, короче, что-то я по чаям пошла. Вот. Это все после гречичного чая. Он, кстати, мне очень понравился. Я всем советую. Вот решила еще обычные крокоды.
Там были крокоде смесь, а вот только принцесса Ява обычный. И смотрите, какой он прям крупный, там хороший. В общем, взяла. Также обычный чай вот этот. Вот очень люблю, кстати, вот этот Greenfield Kenya Sunrise, который очень он вкусный. Ну, по мне так. Ну, и тут всякое чая. Кукурузные палочки детям вот такие купила. Еще вот такие хлебцы. Увидела, мне кажется, раньше я их не видела. Взяла томат, перец, чили, сушеные травы попробовать. И вот такие сыр и базилик тоже попробовать. Вафельки вот из... И здесь сушки вот какие-то, видите, новые, без пальмового масла, с ароматом ванили. Должно быть вкусно, я так думаю. Вот, фрукты набрала, яблоки, слава победителям, по 92 рубля, видите, какие-то. Но они прям такие очень ароматные. Также здесь у меня киви. Киви у нас по 119 рублей. Тоже мы любим грушу конференц. Это у меня мужчина моя любит. И здесь у меня еще мандарины. Это не мандарины, это клементины. Вот, клементины, говорят, слаще. Но, в общем, моему мужу все время говорит, если видишь клементины, всегда бери клементины. Ну, ладно. Вот, и взяла немножко винограда. У меня дети и муж не едят виноград с косточками. А вот этот тайфи, он с косточками, но он очень вкусный. Я, в принципе, взяла только для себя. Взяла немножечко такого и немножко вот этот Red Globe, который, не знаю, как полностью называется, по 154 рубля. Тоже люблю вот этот виноград. Гранат один большой взяла. Не знаю, должен быть, наверное, хороший. И еще взяла грейпфрут. Вот такой по 119 рублей. Тоже мои мужчины иногда грызут. Или я его еще иногда в чай, кстати, добавляю. Просто в обычный черный чай. Дольку, как лимон. Получается, кстати, очень вкусно. Так, и здесь овощи у меня. Помидоры. 159 рублей. Ну, кстати, вроде неплохие такие. Но они уже... Точнее, со своего огорода. Какие-то огурцы тепличные, самые хорошие выбрала, какие были. Огурцы на развес, они такие все мягкие, очень мягкие. И здесь вот у меня лук пари, хочу овощи тоже потушить с лучком. Давно я его не покупала, на 263 рубля, но он такой прям большой. Вот, и здесь также у меня капуста по 34 рубля, морковь эконом я взяла совсем немножечко. И свекла тоже эконом, но такая неплохая. И здесь 5 килограмм картошки у меня. Ну и боночка моя, да? И джусенька моя. Девочки мои любимые. Любимые мои сладенькие. Вот, так что вот такая вот у меня получилась закупка. И сейчас покажу чек. И Леофан у нас самый вредитель. Самый вредитель, да? Вот такие вот у меня тут теперь живность.